День Победы пришел долгожданный. Победителей чествуем мы. Пред седой, поредевшей колонной расступаемся, дарим цветы, на героев глядим восхищенно. Семьдесят шесть лет прошло с тех пор, как окончилась самая страшная, кровопролитная в истории человечества война. Она принесла неисчислимые беды и унесла десятки миллионов жителей жизней наших соотечественников. Мы, живущие сегодня, обязаны свято хранить открытым. Главе администрации Марьяновского сельского поселения Хлань Валерию Николаевичу. Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые жители и гости поселения, от всей души поздравляю вас самым дорогим светлым праздником – Днем Победы! Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! 9 мая – святой для каждого из нас день. Нет другого такого дня, когда мы так отчетливо осознаем себя единым народом. Великая Отечественная война – это наша общая боль, а Великая Победа – наша общая радость. Шли товарищи! Нет там соли, полю памяти.
гремели бои, и замолкли глухие раскаты, но остались как память земли. Обелиски погибшим солдатам. И ты, мой друг и ровесник, спасибо тебе, мой отец, спасибо тебе, мой дорогой папа. Я была так счастлива. У меня были новые туфли, платья, конфеты.